Вообще-то я занят. Почему у меня в лавке не поставили редоранского стражника, как я просил? Мы с тобой оба знаем, что у нас каждый человек... И мне плевать, есть ли у тебя друзья в Восточной Имперской компании или нет. Они бросили нас давным-давно, так что теперь твои связи ничего не значат. Вот и все. Итак, чем могу помочь? Найдутся и зелья, и инструменты. Рад тебя видеть. Тебе удалось много сделать для Вороньей скалы, и я меньше всего хотел бы обращаться к тебе с новыми просьбами. Но риск слишком велик. Советника Марвейна хотят убить. У Лены семейство из дома Хлаалу, конкурирующего великого дома, поклялись убить советника. Это личное дело. Скажем просто, что они хотят отомстить за родича, который был казнен по приказу советника Марвейна. Проблема в том, что у меня нет веских улик, подтверждающих, что кто-то из дома Хлаалу скрывается среди нас. Только подозрения. Может, основания и есть, но другие их не видят. Советник Марвейн считает, что у меня паранойя. Я боюсь, что однажды утром проснусь и обнаружу его мертвым. Не хочу, чтобы до этого дошло. Именно. Мои источники сообщают, что, возможно, родичи Улена, представители дома Хлау, уже в Вороньей скале. Воронья скала... Маленькое поселение. Здесь трудно сохранить что-то в секрете. Если кто-то из них действительно из дома Хлаалу, им будет известно о каждом моем шаге. Я знал, что ты захочешь меня выслушать. Я попрошу тебя быть моими глазами и ушами. Обыщи Воронью скалу и посмотри, не сможешь ли ты вычислить, кто эти изменники. А лучше всего начать с разговора с Гелдисом Садри в клубе «Пьяный Нетч». Если он сообщит что-нибудь интересное, сперва проверь, а потом уж иди с этим ко мне. У меня нет права на ошибку. Предатели! Большинство из них! Может быть, приняв сторону Империи, они приобрели политическое и экономическое влияние. Хлаалу заслуживают той ненависти. Так как у них всегда были тесные связи с Империей, они тут же превратились в козлов отпущения. Они приняли Империю. И вот каков итог. Они больше не считаются... Но... Большинство из дома Ридоран. Но есть и из других домов. Больше мы можем... Как бы ни было, в такие времена любые сведения. Во время кризиса Обливиона... Врата в измерении Даэдра открылись по всему Моровинду. Империя отозвала из Моровинда большую часть войск, чтобы разбираться с вратами на собственной территории, оставив нас практически без защиты. У нас в то время не было регулярной армии, только отдельные очаги сопротивления. Дом Ридоран взял все в свои руки и постепенно создал армию. Годы спустя, во время вторжения Арганиан, правильно будет сказать, что дом Ридоран в прямом смысле спас Данмеров от уничтожения. Не беспокойся. Гелдису можно доверять. Он уже давно с нами.
Я знаю тайны. Всякие тайны. Тайны, которые знать нельзя. Ты мне не веришь. Никто не верит. Они не хотят. Я тоже не хочу. Но я ничего не могу поделать. Они у меня в голове. Очень секретные тайны. Секретные. Черная книга. Она сунула мне их внутрь. Черными, скользкими пальцами. А у меня пальцы слишком короткие. Я не могу их вытащить. О нет, я ее не находил. Она нашла меня. Вот, я тебе покажу. Смотри, вот тут. Но не ходи туда. Тебе не нужны эти штуки у себя в голове. Не нужны. Не нужны.
здесь, в его храме. То, что ими забыто. Здесь мы вспомним. То, что мы вспоминаем. То, что днем было украдено. Далеко от нас. Он все ближе к нам. Глаза наши были слепы. Ныне мы прозреем. Я пришла тебе помочь. Тебе нужно уходить отсюда. Руки наши были пусты. Ныне он даст ты им дело. Что привело тебя сюда? Зачем ты здесь? Я Фрея из племени Скаалов. Я здесь, чтобы спасти мой народ. Или отомстить и за него. Весь мир я и сама не знаю. Что-то завладело разумом большинства жителей Солстейна. И они, забыв себя, трудятся над этими ужасными сооружениями, которые осквернили камни. Осквернили самую землю. Мой отец Торн, наш шаман, говорит, что на Солстейн вернулся Мирак. Но это невозможно. В таком случае, у нас двоих есть причина разобраться в этом деле до конца. Ну, пошли. Больше мне тут нечего делать. Камню, дерево и моим друзьям пока ничем не помочь. Нужно найти способ пробраться в храм внизу. Не станет больше мира. Его история стара, как сам Солстейн. Он, как и большинство, служил драконам еще до того, как они потеряли власть. Был жрецом их ордена. Но в отличие от большинства, он пошел против них. Он выбрал собственный путь. И это дорого ему обошлось. В легендах говорится, что он хотел захватить Солстейн. Это древо он олицетворит. На Солстейне есть и другие. Мало как. Мой отец. У меня есть... Если я не найду способа спасти его, много... Мы пытались служить все создатели. Помним в гармонии с природой. Тут что-нибудь есть? Здесь мы вспомним. Я пришла тебе помочь. Ты? Что привело тебя? Я Фрея. Я и сама не... И они забыты. Мой то, отец Тор. В таком... Ну, пошли. Нужно найти способ пробраться в храм внизу. Много поколений Скаалов жили на Солстейне.
наш народ связан с этой землей. То, что днем было украдено. Далеко от нас. Бой близок! Пора с этим кончать. Это не могло кончиться иначе. Это зло нужно искоренить. Его он, как и большинство, но в отличие от... В легендах говорится, что это древний он олицетворяет. На Солстейме есть и другие. Мало как. Мой... У меня есть амулет. Если я не найду способа спасти мой народ, надеяться будет не на что. Ныне ты прозреешь. Ты куда это? Хочешь уйти сейчас, хотя мы так и не выяснили, в чем же здесь дело? Я не могу бросить все это так. Я должна остаться. Прежде чем продвигаться дальше в храм, нужно проверить, нет ли в этих комнатах чего-нибудь полезного. Теперь ты мне поможешь? Нам нельзя больше медлить. Я не могу подвести мой народ. Мы должны выяснить, что здесь делается.
уйти. Мы должны быть осторожны в этих руинах. Повсюду могут быть ловушки, и, скорее всего, немало. Это крепость Мирака. Он шел к власти и хотел защитить себя.